Здравствуйте, дорогие друзья! В моем туристическом гараже опять небольшое пополнение. И вот делюсь с вами, что я приобрел. Давно я хотел приобрести мультифункциональный ножик вот этой немецкой фирмы Lederman. Но проблема в том, что он недорого стоит, и я как-то меня это немножко останавливало. Но все равно я приобрел базовую модель, которая модель называется REV. И в принципе, вот я ее обследовал, и я очень доволен такой моделью. Она не грузит ничего. То есть, вот посмотрите. Очень аккуратный ножичек. То есть вот в походе, в поездках такой ножик всегда выручит. Я, в принципе, очень рад этому. Единственное, что этот ножик продавался без фунды. Вот, без чехла, по-русски говоря. И я приобрел к нему вот такой аккуратненький чехол. Все это я покупал в своем любимом магазине Decathlon. Так что Decathlon, как всегда, рулит. Так, и еще я прикупил к себе в походы вот такую вот, вот такой вот powerbank на 20 тысяч миллиампер час. Вот этой фирмы. Один я уже купил скоростной, этот не скоростной, с тремя входами. Посмотрите, в принципе, какой у него вид такой неплохой, аккуратненький. Корпус такой прорезина. И очень даже неплохо держится в руке. Так что вот такие две покупочки небольшие. Очень я доволен, но доволен, честно говоря, особенно ножом. То есть, если батарея, это у меня чисто технический вопрос, который меня сопровождает всегда, там подзарядить камеру, фонарик или еще что-то, то вот ножик, да, действительно прекрасный. Особенно меня порадовало лезвие. Будем надеяться, что он мне прослужит достаточно времени там. Хотя, кстати, вот эта фирма, что мне понравилось, они дают гарантию на свою продукцию 25 лет. Ну, то есть, вот, как бы меня вот это вот и подкупило. Так что, вот такая вот история. Это я купил себе подарочек под Новый год, под елочку, будем говорить. И, пользуясь моментом и случаем, друзья, поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю всем всего хорошего. Желаю в новом году удачных поездок, удачных открытий. Ну и самое главное, здоровья и мирного неба. Всем всего хорошего.